Еще один важный оператор Гугла для работы с текстом документов является оператор Entitle. Логика его работы похожа на логику оператора InText, только поиск идет не по тексту документа, а поиск идет по заголовку, то есть по тайтлу. Давайте на примере попробуем, например, купить собаку. И идет поиск по результатам поисковой выдачи. Мы видим, что искомые ключевые слова у нас содержатся непосредственно в заголовке. Для того, чтобы искать точно, по точному соответствию используем комбинацию, да, операторов с ранее изученными кавычками. Видим купить собаку, купить собаку, купить собаку и так далее. Вот такой полезный оператор, который мы будем часто использовать.